Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы у Сэхер и Ямана был ребенок. Если вы не хотите, чтобы Яман отомстил Сэхер. Давайте нажмем лайк и посмотрим, кто с нами согласен. Не забудьте включить уведомления, чтобы вас уведомляли о первых видео. Узнает ли Яман правду? Забеременеет ли Сэхер? Каким будет болезненный конец Джанан? Найдет ли Волкан Ясимин? В этом видео я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Не теряя много времени, давайте перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом выпуске сериала «Доверенное» наша серия пошла спустя 2 месяца. В это время Яман искал Сэхер повсюду. Но Яман нигде не мог найти Сэхер. Вот почему Яман подумал, что Сэхер сбежала с Фикретом. Эта ситуация вызвала у Ямана незаживающую рану. Следующая цель Ямана – найти Сэхера и отомстить ему. Но Яман совершает большую ошибку, пытаясь отомстить Сэхер, потому что Сэхер покинула Ямана не по своей воле. Конечно, в это время наступает день операции Ямана. Яман перенес операцию и в конце концов выздоравливает. Сэхер также видит Ямана после операции. Но Яман заключает Сэхер в особняк и мучает ее. Это начало плохих дней для Сэхер. Но из ненависти, которую Яман и Сэхер испытывают друг к другу, возникает новая любовь. Чонгер наконец не выдерживает и раскрывает правду. Яман также видит истинное лицо Джанан и Зухаль. Когда Яман узнает правду, он отправляет их в тюрьму. Пока Джанан попадает в тюрьму, Зухаль начинает жить на улице в следующих сериях. Жасмин находится в конце. Волкан находит и приводит Ясимин. Семра наконец-то допускает любовь Али и Дуйгу. Но большая опасность подстерегает Дуйгу и Али. Так как Волкан влюблен в Дуйгу, он причинит ей боль. Но благодаря Али эта проблема будет решена. Так что кто раскроет правду, Чонгер или Чичик? Буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Если вам нравятся такие видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, друзья. Будьте здоровы и увидимся снова.